Привет-привет! А сегодня мы с Алисой пришли в парк со скульптурами. Здесь можно погулять и пофотографироваться. Сейчас мы их всех рассмотрим поближе. Семейство тигр. Такой папа тут лежит. Мама и детишки. Тигрята. Что тут у нас? Кабанчики. Лось один стоит. Иду. Где-то лиска уже присела. Ой, там белочка. Маленькая белочка сидит с орешком. И побольше с орешком. Дальше аисты. Пара аистов. Вон там мишки такие красивые. Мама, наверное, медвежонок. А вон еще мишки два. Сейчас посмотрим. Ты там с лисичками? Целое семейство. А ты тоже красивая лисичка? Ничего себе. Малыш лисичка, да? Там еще мишек два. Она папа и миш. Вот такое прикольное семейство. Мама, папа и три лисеночка таких хорошеньких. И лиска еще четвертый, да, лиска? Такие прикольные. А вон лисичка мама папу лижет, подлизывается что-то, да? Языком. Да, хитрые лисички. Да, ты будешь вот это, наверное, папа Мишка, да? С медвежонком. Давай, залази к ним. Пойдем теперь вон к маме медвежихе, или как их называют? А, медведица. Да, и вот с ней тоже медвежоночек. Залезай. А вон леопарды, пошли к леопардам. Там без детей, наверное, не, да? Просто мама, папа, леопарды. Лиска, ты куда побежала? На лисички прикольные, понравились. А вот здесь ресторан. Он, видишь, рога одного уже нету. Лиска захотела коленям. Кто-то отломал бедному руку. Где? А лениха что-то кушает, да? Лиска тут уже пристроилась. Дочь, пошли к леопардам. А вон еще такой этот ангел большой-большой. Посередине парка, да? Доча, давай с ангелом сфотографируемся. Идем к леопардам, значит. Лиска туда-сюда бегает. Давай, залезай к леопардам. Леопарды. Классные. Вот сюда залезай. Не, ну на самый верх, наверное, не надо, а то бахнешься. А орлы вон, да? Это ж орел, наверное. Он с крыльями поднятыми. Еще кто-то с другой стороны. Еще какая-то птичка. Неплохой такой парк, погулять здесь можно, пофотографироваться. Что, на кабанчика полезла? Лиска оседлала кабанчика.
Прям залезла на кабанчика. Лиска тут с удовольствием бегает. Сейчас я как Алису догоню. А сейчас мы пойдем в торговый центр. Там есть фонтанчик с рыбками. Посмотрим, ребята, и вам покажем. А, на белочки. Сейчас мы посмотрим на белочки. Да, красивые такие белочки. С орешками. Пришли мы в торговый центр. Здесь деревья. Искусственные, да? Они ж не живые. Ого. Где? Ого себе, наверху аисты летают. Ничего себе. Класс! О, и рыбки плавают, да? А где рыбки? Лошади такие торчат. Вот такие тут рыбки плавают. Нифига себе. Разные. Что тут еще? Ангелочки. На льве такой. Ангелочек. Покажи. О, это такие сомики, да? Они прилипают. Угу, и чистят поверхность. А, дно или поверхность, что они там чистят. Да, такие сомики. Черненькая такая плавает. Кормить рыбок написано нельзя. Большой какой рыбёха. А, пошли, сейчас. Рыбки вы где? Еще одна рыбка. Лиска уже куда-то убежала. Еще здесь такой дядя с башмачком. Сидит, денежку выпрашивает. Или это мальчик? Непонятно. А сюда ложат денежку. Да, доча? А вот и заработал фонтан. Да, сейчас купим мороженое. Лис, смотри, фонтанчик. Заработал. Смотри, прикольно, да, фонтанчик наконец-то заработал. Да, вон рыбочки, да? Рыбочки. Так красивее, когда фонтанчики работают. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. А пока!